этот день у всех рабочих и служащих Ижевского завода «Нефтемаш» было особенно приподнятое и радостное настроение. На торжественный митинг, посвященный открытию заводского музея, пришли первые работники завода, представители партийных и общественных организаций города, заводчане. Среди почетных гостей находятся ветераны труда, первый директор завода «Меркуриев» Виталий Давыдович. Митинг открывает секретарь парткома Яговкин Виктор Михайлович. Он тепло поздравил собравшихся со столь радостным событием и выразил уверенность в том, что музей будет непрерывно пополняться новыми экспонатами. Воспоминаниями о событиях 25-летней давности выступила старейшая работница завода Кайгородова. Трудностей тогда было немало, не хватало необходимого оборудования, но люди трудились с полной отдачей. Васильевич Емельянов предоставляет слово первому директору завода Меркурьеву. Мне хотелось бы, конечно, остановиться и на том, с чего мы начали строить этот завод. Буквально ни с чего, с нуля. Здесь была площадка, когда-то подготовленная заводом имени Ленина для развертывания некоторых производств. Ну а потом решение Министерства стройдормаш, на этой площадке был организован завод. Но тут ставился вопрос такой: ну хорошо, что мы заработаем на этих питателях, на этих толкателях? Абсолютно ничего. Никакого роста. Тем более никакого роста кадров. Техники ничего нет. Надо что-то брать такое, чтобы, собственно говоря, было на чем бы можно было действительно завод развивать.
У меня сегодня день рождения. Мы с нашим предприятием родились почти в один день. Дата рождения очень близко. Я поздравляю и себя, и завод «Нефтемаш» с днем рождения. Желаю всего самого хорошего и себе, и процветания нашему любимому предприятию. Поехали в Госплан. Что брать? Давай выбирать продукцию. И вот попробовали, значит, выбрали этот вот вездеход. К-61. В 60-х годах началось освоение более совершенной инженерной техники, плунжерных насосов, автоматических буровых ключей, генераторов сейсмических колебаний. На прилавках магазинов города и республики можно увидеть настольные лампы ЛН-2 и ЛН-10. В успехах завода большая доля труда передовиков производства. Свой вклад в общее дело вносят рационализаторы и изобретатели. Не остаются в стороне и ветераны завода. Они щедро передают свой опыт молодежи. Конкурс профессионального мастерства. Председатель жюри, заместитель главного технолога Николай Васильевич Крюков, знакомит участников с распорядком дня с условиями конкурса с системой оценок. Волнуясь, подходят ребята к станкам, проверяют их, все ли на месте. Читают чертежи. Наконец дан общий старт. Напряженные позы, скупые, но выверенные движения. Это токарь Володя Русских, ученик депутата Верховного Совета РСФСР, лучшего токаря завода Валеры Прокофьева. Это тоже токарь из того же первого цеха. Виталий Железнов возглавляет бригаду. Он победитель социалистического соревнования 1975 года. Виталий тоже один из сильнейших соперников. А вот фрезеровщики. Михаил Никитин. Петр Алексеев. Ребята очень серьезно и строго работают, собрано, сосредоточенно. Контролеры поглядывают на часы. Время истекло. Умолкли станки, утихли страсти соревнующихся. Сейчас слово контролеру. Сегодня ребята повысили свои квалификационные разряды.
На сцене и в зале Дворца культуры царит праздничная атмосфера торжества. На трибуне председатель Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР Афанасий Ильич Тубылов. Он зачитывает указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении завода орденом Трудового Красного Знамени. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Торжественный момент. Просто я работаю. Афанасий Ильич Тубылов прикрепляет к знамени завода орден Трудового Красного Знамени. Ты идешь, идешь по январю. За высокие трудовые показатели слесарь цеха 108 Николай Леонтьевич Конюхов награждается орденом Октябрьской революции. Руку дам, станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не получил. Среди награжденных орденом Трудового Красного Знамени начальник конструкторского бюро Георгий Михайлович Исаков. Награждается водитель цеха 137 Креницын. Заслуженную награду, орден дружбы народов, принимает старший мастер цеха 104 Николай Ефимович Ложкин. Николай Ефимович – ветеран завода. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил. Орденом трудовой славы второй степени награждается Василий Сергеевич Ситников и токарь цеха 101 Ушаков Алексей Сергеевич. Перед вами группа работников завода, награжденных орденами и медалями Советского Союза. Думать о других немножко тоже. Вопрос о проблемах инженерного труда затронула в своем выступлении Раиса Алексеевна Шляхтина. Дружок, да потому, что я жизнь. Зачитываются приветствия по поводу награждения завода орденом. Просто я работаю. Сегодня поручено провести ее мне, заместителю генерального директора по производству, перевозчику Валерию Георгиевичу. Итак, за сутки сдачи 5 миллионов 648 тысяч. Итого с начала месяца 29 миллионов 40 тысяч. Из основных изделий на сегодняшний день сдано качалок 27, первых мест разложено 31. Глубинных штанговых насосов оформлено 642, агрегатов в целом 7 получилось у нас. Темпы роста по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день порядка 128%. Дорогие нефтемашевцы, от всей души поздравляю вас с нашим прекрасным юбилеем. Всего-всего вам самого лучшего!
Вы хорошо, конечно. За те 12 лет, которые я пробыл на заводе, когда я перешел сюда с другого предприятия оборонного комплекса, я считаю, состоялся как инженер. Это самое главное достижение для меня. Для последующей жизни я надеюсь, что наш коллектив завода добьется новых достижений, освоит новые образцы перспективных изделий для нефтяников и для других наших потребителей. И поздравляю весь коллектив завода с этим замечательным юбилеем. Желаю счастья, здоровья и процветания. Алексей Викторович, 19 июня этого года нашему заводу исполняется 45 лет. Что бы вы хотели пожелать сотрудникам своим, товарищам по работе? Ну, 45 лет – это уже не маленький, не мало лет для завода, тем более для «Нефтемаша». И он выпускает сейчас нефтяное оборудование, и неплохое. Вот. Я бы хотел пожелать, чтобы завод «Нефтемаш» еще свои возможности как можно расширил больше, завоевал рынок не только у нас в России, но и за рубежом.
И, конечно, пожелаю всем ветеранам здоровья, самое главное, счастья и долгих-долгих лет жизни. Мне очень приятно увидеть среди молодых, опытных, грамотных токарей-операторов, которые могут вполне нас сейчас уже заменить. Как вам в цехе 101 завода «Нефтемаш»? Работа нравится, не нравится? Очень нравится. Хороший коллектив, хорошие условия труда. Нормальная заработная плата по сравнению с другими предприятиями. И мы очень гордимся, что у нас скоро будет юбилей завода. Ну, и хотелось бы пожелать администрации цеха, завода всего самого хорошего, как в этом году, так и в дальнейшем. Сегодня мы представляем семейство или династию Кашиных, которые проработали на заводе более 200 лет. Корифей самый старший Александр Николаевич Кашин. Он представит, сам выступит и представит своих родных и близких. Мне очень приятно, что мы встречаем такой праздник на заводе, 45-летие. Радует то, что завод наш год от года все хорошеет и хорошеет. Да, действительно, мы приглашены сегодня на встречу. Рядом со мной сидит сестра Валентина. Далее брат Виктор. Далее снохи Раиса и Ольга. Вот мы такой семьей работаем на заводе. Нет здесь еще сына моего. Значит, он в данный момент в отпуске. Ну, я работаю 64-го года. И что мне запомнилось на этом заводе? Сначала была такая деревянная проходная, а сейчас к 45-летию завода выстроена такая красивая проходная. И мне это очень приятно. Мне нравится на заводе у нас. И он динамично развивается. Все время мы стремимся работать больше и больше. Больше нет, что добавить. А вы кем работаете? Я работаю слесарем-сборщиком. Сборка чего? Я работаю на сборке ключей, насосов. У нас многопрофильный цех. Много мы изделий делаем. И... Сын заканчивает механический институт и собирается на завод. Надеемся, да, и добавится династия. Ну, я сюда попала чисто из-за мужа. В свое время не хотела очень идти. Теперь не жалею. Очень рада, что работаю на «Нефтемаше» вместе со своим мужем. Все. Уважаемые нефтемашевцы, разрешите от имени нашей семьи поздравить вас с наступающим праздником, 45-летием завода, и пожелать всем крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей работе. Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей. Под грустные мычанье, под бодрые рычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья – это честь и отвага, это верность, отвага и честь. Отвага и честь – это рыцарь и шпага, всем глотателям шпаг никогда их не съесть. Под грустное мычанье, под бодрое рычанье, под дружеское ржанье рождается на свет большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть. Слово для поздравлений и награждения предоставляется президенту Удмуртской республики Александру Александровичу Волкову. Сегодня вы встречаете свой день рождения с большой победой. С победой, которую еще надо будет одержать многим и многим, потому что в программе развития
в отрасли промышленности стоит задача восстановить объемы производства, которые были в 90-м году. И только Нижнефтемаш справился с этой задачей и завод «Бумаж». Всего два предприятия. Мне очень хочется вручить сначала почетную грамоту Дауду Тахир Михайловичу в честь дня рождения коллектива, завода и за все, что он сделал, и, я не сомневаюсь, еще сделает для процветания Нижнефтемаша. Спасибо вам. Желаю дальнейших успехов в производстве, желаю вам здоровья, желаю, чтобы у завода была счастливая судьба и чтобы наши заказы и наш труд приносил радость вам, вашим детям, вашим семьям. Здоровья вам, благополучия и всего самого хорошего.